два, такой сразу вопрос, это все-таки потеря очков или все-таки то, что приобрели? Ну, наверное, даже тяжело ответить, мы ехали только на победу играть и старались выиграть, но то, как складывалась игра, как бы с одной стороны кажется, что потеря, с другой стороны, потом удаление 2-2 мы отстояли, то есть, наверное, это и не потери, и не приобрели, то есть то, что среднее, это закономерный результат, и как бы одно очко, это оно закономерное. Да, и не комментируй эпизод, как ты считаешь, игра до удаления и после, это две разных игры получилось? Ну, в любом случае, мы 2-1 выигрывали на тот момент, наверное, еще, и когда удаляет, когда ты стараешься удержать счет, а, наверное, уже 2-2 было, да? В любом случае, когда удаляют, то ты уже в конце подсиживаешься, и тебе надо обороняться, что-то еще, то есть я думаю, если бы у нас не было удаления, то, наверное, другой футбол в конце был. У нас были моменты, мы старались бы еще забить, а так у нас, ну, уже все сели, оставалось так на контратаке. У вас еще были моменты. Ну, были моменты контратаки, мы старались контратаки как-то сыграть, чтобы как получалось. Да, и не раз вратарь Торпедо подсказывал, когда ты проходил по флангу, то, что держите правую, как думаешь, соперник уже изучает твою технику, потому что ты можешь так навешивать и... Ну, да, я думаю, да, потому что, ну, я правша, как-никак, и, ну, любой соперник, наверное, изучает. Мы тоже изучаем сильные стороны и слабые стороны. Я думаю, уже все соперники изучили, что я правша, и я сейчас смещаюсь в центр, но был прострел, почти забили, так что левый тоже могу что-то отдать, наверное. Спасибо.